Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.ну. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 94 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. На столике в кафе поставили вазы с цветами. Для этого 15 роз расставили поровну в 5 ваз. Сколько роз в каждой вазе? Объясни схему к задаче, все ли розы расставили. Сколько осталось расставить? Дорисуй схему в тетради и реши задачу. Расставили 9 роз, еще осталось расставить 6 роз. Каждую вазу мы будем ставить по 3 розы. Итак, мы 15 разделили на 5, получилось в каждой вазе по 3 розы. Записываем 15 разделить на 5 равно 3. 3 розы R с точкой записываем в скобках. В каждой вазе записываем ответ. Три розы в каждой вазе. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.